Добрый день, друзья. С вами вновь Верхов. Продолжаем нашу игру. И вот сегодня у нас с вами Великобритания. И достаточно сложный после турнирного количества. Ну почему сложный? Ну потому что вот лично я 3 раза или 4 раза играл здесь это турнирное количество. И мне не удавалось выходить из сотни рыб. 56, 72. Ну сейчас посмотрим. Давайте вот мои результаты турниров. А между тем, друзья, пора нам зарегистрироваться. Морские насадки. Креветка, пескожил, неерис, бокоплав. Все эти универсальные будут насадки. Кусочки рыбы. Все это будут универсальные насадки, и которые будут ловить много видов рыб. Ну, где можно играть турнир? Ну, лично я играл вот две скалы я играл. Играл турнир на локации Загадочная пещера я играл. Ну, я вот, давайте сегодня с вами вот на Бурлящем море половим здесь. Я буду ловить на креветку. И я вот здесь вот ловлю, я не ловлю по ямкам, я одну снасть ставлю на глубину, а две снасти ставлю, ну, где помельче. И опять креветка. Пусть будет так. Ну, то есть, ну, какой прикорм? Ну, по логике, да, давайте с вами, ну, морская соленая вода. Ну, есть у нас креветки. Давайте с вами посмотрим, что нам клюет. Золотистый окунь тоже есть на этой локации. Ну, на этой локации у меня, как видите, турнир ночной. На этой локации ночью у меня будет светлый горбыль клевать. Я поставлю, наверное, 2 живца, 1 кусочек рыбы, с надеждой на то, что мне клюнет... Ну, хороший какой-нибудь, возможно, трофейный вес горбыля, и чтобы пополнить свою коллекцию. Так, ну, что насчет прикорма? Ну, давайте с вами сделаем. Есть же ведь у нас вот здесь креветки молотые. Сейчас давайте посмотрим, есть они у меня. Вот, не есть креветка. Ну, соответственно, морские рыбы, коль уж вода соленая. Ну, и насадку, на которую мы с вами ловим. Я думаю, что хуже не будет от этого прикорма. И вот, друзья, утренняя заря наступила. 4 часа 10 минут, но результат-то пугающий. То есть в садке всего 24 рыбы. Это ни о чем вообще. И клёва нет абсолютно. То есть, ну явно мы не будем с вами уже претендовать на призовое место. Это уже очевидно. Но всегда есть момент исправить ситуацию, откатить назад профиль к точке сохранения и переиграть ситуацию. Ну, посмотрим, может сейчас разойдется и у нас начнет клевать почаще. Как чуть-чуть ожило, мы подряд поймали 4 рыбки. Вроде как ожило что-то на локации, может быть сейчас разойдется. Еще есть время, да, времени еще достаточно, чтобы исправить ситуацию, но это если будет нам клевать, друзья. Так, и остается ровно час у нас с вами до окончания турнира. Продолжаем ловить. 49 рыб мы, я имею. Ну, наверное, больше я ничего не поймаю. Давайте-ка примем с вами эликсир опыта. Буковку Э. Сразу попадаем на эликсир опыта. Выделим наш спин и просто подождем окончания турнира.
Мне просто интересно, какое же мы займем место на самом деле с вами. Вот смотрите, Верхов с результатом 51 рыба занял первое место. Вот несмотря на то, что у нас и поклевок не было с вами, нам удалось с вами выиграть турнир и получить 13 660 очков опыта. Спасибо за внимание. С вами был Верхов. Увидимся.